Ну и по традиции, по давней, очень хорошей традиции, возможность выступить на гала-представлении предоставляется совсем еще и юным фигуристкам. Это Ксяньнин Ли, юная китаянка. И, конечно же, право не просто выступить, а открывать гала-представление чемпионата мира, это право надо было, естественно, заслужить своими результатами. Сомнений нет, что Ксяньнин Ли это заслужила. Китайские фигуристы традиционно сильны в парном катании, что они подтвердили на этом чемпионате, завоевав среди парников серебряную и бронзовую медали. Но и в других видах программы, и в